Я знаю, кто это, но я не буду читать, что здесь написано. А вот это я могу. Отлично! Если бы я не знал, что моя программа нигде не записана, я бы решил, что следующий номер кто-то прочитал по бумажке и прислал мне его заявкой. Одну секунду. Специальное оборудование. Профессиональное. Абсолютно. Не могу возразить, Николай. Вторую заявку я не могу оставить без внимания, потому что ее очень давно присылают. Я никак не могу ее сделать никак, и вот сегодняшний очень не подходит. Вы знаете, я пишу музыку, и заказали один из моих треков. Он называется «Snowstream». Я сейчас ему спою. Кушайте на здоровье. Он, кстати, на мультистранном языке. Любая страна понимает сразу текст. Thank you.
Любимого артиста, это Камуикапт, и совершенно внезапно 4000 просмотров, и кто-то кинул ему в твиттер, и он ответил в положительном тоне про этот кавер. Вы не представляете вообще, что со мной было, что ударило мне в голову, каких количеством. Вот, все, пою эту песню сейчас. Фрисия опил один. Песня о грустной косплеерской судьбе.
посвящается человеку, который поддерживает меня год из года постоянно, все время, несмотря на все мои брыкания. Усаги, песня посвящается тебе. Поднимите даму. Тихо. Песня написана в соавторстве с умершими французскими композиторами. Да, капец, реально. Хоть от косплею я давно всех вас, меня усадив в шоу не принимать, и мой французский здесь не понимать, что мне не помешает применить угарный газ. Зелен мой лик, и глаз алмаз, мне интермедия не поддалась. И вот за это я убью всех вас, и я самый злой косплеер на земле. Я Фантомас! Спасибо, наступление кончено! Не убирают за собой, уходят. Господи, а орги не спят? Пролезьте. Это была моя заявка. Надо проверить. Ну и хрен с ним. А смысл, ты про то, что не спят? Микрофон выключи. А сегодня у меня не работает микрофон, да? Это месть. Итак,